он ведет. Он бьет. Он забивает. И он продается в ближайшем магазине. Официальная статуэтка Эль Матадора. Волосы, которые можно расчесать. Куча аксессуаров и набор крылатых фраз. Я самый классный. Да, именно так. Ищите на полках со следующей недели. Это сделает Эль Матадора только популярнее. Да, и вы знаете, что это значит? Да. Он начнет играть лучше, чем обычно. Только этого не хватало перед матчем. Мы тоже выпустили твои фигурки, но ты сам знаешь, почему пришлось их отозвать. Ненавижу фанатов. От них воняет старыми носками. Мне сказали быть собой. Очередной матч Iron Tank против суперстрайкеров. А вот и они. Трибуны просто разрываются. Фанаты обожают Эль Матадора Бренда. А он обожает их внимание, Мак. Фанаты? Кому нужны фанаты? Нам снова нужно заняться выпуском игрушек. Суперстрайкеры. Последняя фигурка. Конец второго тайма, а счет все еще равный. Смогут ли красные обойти хозяев поля? Танцующий Раста отдает Шейксу. Шейк спасует Эль Матадору. Сможет ли он удивить фанатов? Да, мои дорогие фанаты, это для вас. Он демонстрирует феноменальную технику. Эль Матадор! Эль Матадор! Эль Матадор! Эль Матадор! Эль Матадор! Эль Матадор, вы лучший игрок матча. Что вы думаете насчет того, что в очередной раз вы... Эль Матадор! Да, спасибо, мои фанаты. И нам не любим. Я всех вас люблю. И не забудьте купить мою фигурку на следующей неделе. Аксессуары продаются отдельно. Эль Матадор ведет мяч в центре поля. Он пасует. Шучу, он никогда не пасует. Он бьет и забивает. Так держать. Иха! Здорово, что у фигурки можно поменять прическу. Это только прототип, Норт. Первая партия выйдет на следующей неделе и станет подарком для моих фанатов. Это не подарок, если за него нужно платить, Эль Матадор. Не важно. Шипучий бум. Блок говорит, что они разойдутся лучше его содовой. Шипучий бум? Газировка со вкусом футбольной раздевалки? Она. Мои фигурки будут продаваться что надо. Скажи им почему, дружок. Я люблю фанатов, а фанаты любят меня. Эй, можно мне посмотреть, пожалуйста? Алло. Не трогать. Ха, ладно. Надо будет свою фигурку выпустить. Да, еще немного левее. Отлично. Нет, правее. Да, ниже, ниже, выше, нет, да, ниже, ниже, да, ниже, вот так. Да, все готово. Партия фигурок Эль Матадора. Водитель, можете ехать. Склад находится в центре. Склад, да-да-да. Как скажешь, болван. Постарайся не выдать нас, Скара. Нам нужны все фигурки Эль Матадора. Да. Зачем? Вот и она! Первая партия! Выглядит так же, как прототип. Нет, Тайгер. Эта фигурка на все 100% лишена недостатков. Идеальная во всех отношениях. Ну так открой ее! Что, прости? Ну давай, открывай! Нельзя ее открывать, это же первое издание. Она будет стоять в коробке до скончания веков. Нет? Да.
Будущие поколения суперстрайкеров смогут насладиться величием миниатюрного Эль-Матадора. Друг, это игрушка. Главное в ней то, сколько человек ее купят. Ну, думаю, если округлить, то выйдет плюс-минус многолиард. Да! Привет! Еще! Беру два! Хватай, то разберу! Хватай, хватай скорее! Это мой! Нет, это мой! Чего ты ждешь? Открывай! Нажми уже кнопку, наконец, Капуша! Ненавижу фанатов! От них воняет старыми носками! Что? Настал день матча в Колизее. Да, это первая встреча между печально известными Invincible United и непобедимыми суперстрайкерами. Фанаты с обеих сторон напряжены. Посмотрим, чья команда возьмет верх. Ладно, ребята, очень важно не позволить домашней публике сбить нас с толку. Так, есть, точно, капитан! Все знают план игры. Всегда пасовать мне. Что это такое? Игровая фигурка Клауса. Я сам ее сделал. Оно и видно. У тебя появился конкурент, Эль Матадор. Напуган? До ужаса. А вы что думаете? Пора играть. Да, мы побежали. Фанаты уже заждались. Пришло время поиграть с Эль Матадором. Игра началась! Угадай, кто будет бить поворотом. Конечно же, главный нападающий. Фанаты не отводят от него взгляда. Как и комментаторы. Моя фигурка Эль Матадора уже ждет на почте. Обычно к этому моменту фанаты ликовали в его честь. Ха, после чего он обычно забивал гол. Не особо впечатляющий удар. Инициатива резко перехвачена. Берегитесь, суперстрайкеры. United. Непривычно видеть их бомбардира в таком состоянии. А еще больше непривычно слушать, как его освистывают. Думаю, что мы сможем взять у него комментарий. Эль Матадор, вы в ужасной форме. Фанаты вас освистывают. Скажите что-нибудь по этому поводу. Нет, вы и так уже все сказали. Спасибо, Лина. Извините, мисс Вонг. Я хотел бы поделиться приятными новостями из мира игрушек. Эль Матадор, он непобедим. Он лучше всех и нами любим. Так странно, почему фанаты тебя не взлюбили? Пить можно. Какой смысл быть суперзвездой, если фанаты тебя не любят? О, смотрите! Твои фигурки были распроданы. Да, и правда. Да, да, это правда. Я бы сказал, что они разлетелись как горячие пирожки, но они разлетелись как фигурки Эль Матадора.
Нет, я не буду проводить объединенную рекламную акцию. Да, единственный способ избавиться от этой содовой – отдать ее Шейксу. Да, он к ней пристрастился. Если фанаты тебя все еще любят, почему освистывают? Видимо, освистывали не меня. Да, как можно не любить того, у кого есть такая прекрасная игровая фигурка? Хватит уже об игрушках. Давайте вернемся на тренировку. Почувствуй прекрасное! Это ради фанов! Испанская магия! Хе-хей! У-ху! Эль Матадор, он непобедим! Теперь это очевидно, никаких сомнений! Ха-ха-ха! Он вернулся! Да! День матча в Страйкерленде. Ну? Ну, что? Забрал свою фигурку? Да, Бренда. И что? Как тебе? Ты до сих пор ее не открыл? До сих пор? Я никогда ее не открою. Мой любимый Страйкерленд! Мое поле, публика и родная атмосфера. Да, думаем, нас ни за что не победить. Они все-таки меня освистывают. А публика в Страйкерленде освистывает Эль Матадора. Эй, ты куда это? Я не могу туда выходить. Ты видел, что случилось в Колизее? Представь, что будет здесь, на моем родном поле. Почему? Почему мои любимые фанаты обратились против меня? А? А я думал, что выпуск своей фигурки сделает меня более популярным. Похоже, это непростой бизнес. Эй, Эль Матадор, подожди! Значит, выходит, твоя фигурка и фанаты внезапно тебя освистывают. Может, с ней что-то не так? А? Она идеальна! Как и настоящий Эль Матадор. Это прототип. Но прототип отличается от тех, которые есть у фанатов. Нужно узнать, чем именно. Поздно, Шейкс. Их не осталось. Распроданы повсюду. Ничего. Я знаю, где можно добыть одно. Отпусти, Эль Матадор! Только не первое издание, Шейкс! Только не первое издание! Пусти, Эль Матадор! Это ради твоего же блага! Зачем ты ведешь себя как маленький ребенок, Шейкс? Первое издание! А? Что? Ненавижу фанатов! От них воняет старыми носками! Но... как? Ненавижу фанатов от них воняет старыми носками. Поверить не могу, что ты еще хотел купить две фигурки. Я бы с тобой поспорил, но мне нужно экономить энергию, чтобы освистывать Эль Матадора. Команды выходят на первый тайм. После поражения в Колизее у суперстрайкеров есть шанс восстановить счет. Что сделали Invincible United? Теперь ясно, почему все освистывают его. Отстой.
Ты ведь сможешь играть? Да? Моих фанатов обманули. Я этого Юнайтед с рук не спущу. И матч начался. Несмотря на поражение в Колизее, суперстрайкеры придерживаются атакующей стратегии. Передача мяча Эль Матадору. Они не виноваты. А? Фанаты не виноваты. Фанаты не виноваты! Почему фанаты освистывают Эль Матадора? Мы ведь комментаторы. Мы должны знать абсолютно все. Как печально. Но я чувствую, будто ответ находится прямо у нас под носом. Клац! Я не люблю фанатов, а фанаты не любят меня, поэтому я не могу забивать ворота, и мы проиграем второй матч подряд. Замените меня, тренер, иначе шансов нет. Я не могу играть без фанатской поддержки. Как им показать, что они на самом деле купили фигурки Скары? Может, нам нужна небольшая реклама? Вы только что сказали про рекламу? Шипучи-бум. Да, почему бы и нет? Наконец-то мы можем взять интервью у самого обсуждаемого игрока лиги. Ну, это не совсем интервью и не совсем с Эль Матадором. Она крутая, она прекрасная, и она сразит всех на повал. Представляем вам игровую фигурку Клауса. Круто! К ней идет множество классных аксессуаров. Ну ладно, аксессуаров на самом деле нет, но у нее есть два чудесных друга. Встречайте Эль Матадора и тоже Эль Матадора. Ненавижу фанатов. А еще больше я ненавижу этих болтливых комментаторов. Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Ненавижу фанатов. А еще больше я ненавижу этих болтливых комментаторов. Так, минуточку. Кажется, здесь стало жарковато. Похоже, этим парням не мешало бы освежиться. Шипучий бум не рекомендуется стоматологами. По всей видимости, фанатов Эль Матадора обманули. Но теперь они знают правду благодаря тому видео. Вопрос в том, увидим ли мы настоящего Эль Матадора на поле. Сможет ли он забить? Думаешь, сработало? Сейчас узнаем. Эль Матадор! Эль Матадор! Суперстрайкеры одерживают победу 3-0 на своем поле. Я круче всех! Я круче всех! На самом деле ты круче всех, кроме меня. Ладно, собирай вещи, пора ехать. Лина, есть время на интервью? Эй, Клаус, пора и тебе выпустить первую партию. Ты правда считаешь, что игровая фигурка Клауса готова выйти в свет? Да.
И я знаю тех, кому она может понравиться. Это была ужасная идея. Полнейший тупизм. Зачем мы их перекрашивали? Мне и старые нравятся. Ненавижу фанатов. От них воняет старыми носками. Эй, ребята, веселей. Нам тут посылочку прислали. От кого? Не написано. Открывай. Вы проиграли. Какой ужас. Просто кошмар. Какая же она мерзость. Зачем кому-то было создавать такое чудовище? Как же я обожаю играть в Рио! Крутые виды! Офигенная погода! Но лучше всего... Самба! Раз, два, четыре, пять, раз, два, семь, один, раз, два, три, один, раз, два, три, четыре, раз... Сегодня твой счастливый день, друг. Я знаю лучшего учителя самбы во всем Рио. Самба-джамба! Тебе кажется, будто мне нужны уроки? Зря не отказывайся, Эль Матадор. Кто знает, чему там научат. Вы забыли главное развлечение в Рио. Вашу игру против Пальмальтьери. Они в отличной форме. И мы должны быть готовы. Но тогда что мы делаем на пляже? Для серьезной, тяжелой, изнурительной тренировки. Вот облом. Еще один идеальный день в раю. С ног на голову. Внимание, парни! Пальмальтьери давят числом, что делает их очень опасными. Но они уязвимы к контратакам. А тренировки до песке улучшат темп игры. Именно. План очень простой. Уходим в защиту, перегруппируемся и стараемся отдать мяч Тайгеру. Он использует торнадо, чтобы сбить Пальма с толку. Есть вопросы? Да! Это точно Тайгер! Нужны уроки рисования. Я знаю лучшего учителя во всем Рио. Принимай, Тайгер! Ну что, давай раскрутимся. Слушай, Тайгер, ты сможешь играть против Пальмы, но если слишком нагрузишь колено, выйдешь из строя надолго. Извини, Тайгер, но мы не можем рисковать. А это значит никакого крутящегося торнадо. Молодец, Лэмки! У тебя получилось! Эй, хочешь научиться играть на скрипке? Я знаю лучшего преподавателя в Рио. Извини, мне он не нужен. А это что? Это, друг мой, капоэйра. Бразильское боевое искусство. И дай угадаю. Ты знаешь лучшего учителя во всем Рио. Он преподает на холме Росинья. Может, это мне поможет восстановиться? Внимание, парни! Да-да, очередная изнурительная тренировка. Наоборот, я хочу дать вам выходной. Вы кто такой? Вы отлично вчера потренировались, и я забронировал нам... Да? На целый день? Да!
экскурсионный автобус! Да! Добро пожаловать в экскурсионный автобус по Рио-де-Жанейро. Приготовьтесь к нескольким часам умопомрачительных фактов об этом интереснейшем городе. К сожалению, кондиционер в данный момент сломан. Но если заглянете под сиденье, найдете там утешительную упаковку суперсоленого арахиса. Да уж, спасибо. Эта дорога была построена на рубеже. Даже серьезные, тяжелые, изнурительные тренировки лучше, чем это. Построена она была... В чем дело? Думаю, я нашел способ делать крутящиеся торнадо так, чтобы не повредить колено. Но приходится сидеть здесь. Да не парься ты, с пальмом исправимся. Дело тут не в игре, Шейкс. Я же крутящийся тайгер. Без крутящегося торнадо я... Я никто. Ха-ха! Хорошая работа, парни! Если вечером сыграете так же, у суперстрайкеров будут серьезные проблемы. Особенно теперь, когда крутящийся тайгер выбыл. Дональдо! Не будь так самоуверен. У суперстрайкеров есть много других сильных игроков. А еще у тренера есть запасной план. Пришло время потренировать удары головой. А теперь, если вы посмотрите в левое окно, то увидите знаменитую гору под названием Сахарная Крут! Голова. Мы на нее поднимемся? Это не входит в маршрут экскурсии. Также у вас есть возможность увидеть в левом окне район Лапа, который знаменит своими громкими вечеринками, который также не входит в маршрут экскурсии. А прямо сейчас справа... Перед вами открывается знаменитая Фавелла Росинья. Холм Росинья. Это оно. Здесь я могу обучиться капуэре. Помоги мне сбежать из автобуса, Шейкс. О, ладно, хорошо. Скрепки, жиронепроницаемая бумага... Минуточку внимания! Я хочу сказать то, что давно уже у всех на языке. Это экскурсия... Просто отпад! Давайте ездить на экскурсии в каждом городе! Пожуй арахиса, предатель! Сядь лучше! Эй! Оставьте Шейкса в покое, ребята. Он прав. Эта экскурсия очень... информативная. Так и где этот мастер? Это ты? Минуточку. А ты часом не преподаешь рисование, музыку и самбу? Ритм, видение и выражение. Капуэйр объединяет все эти вещи. Да и к тому же нужно на жизнь зарабатывать. Первый шаг к освоению капуэйры – это джинга. А это точно не из занятий по самбе? Джинга – это основа всей капоэйры. Она позволяет мгновенно перейти из защиты в атаку. Хитрость в том, чтобы заставить противника нанести удар. И тогда, когда он потеряет бдительность... Контратаковать! Ботанический сад – это идеальное место для того, чтобы провести очередной жаркий день, вроде сегодняшнего. Но он не входит в маршрут экскурсии! Правда?
прошу, хватит! Вы нам всю поездку испортили. Далее по маршруту. Нужно уходить отсюда. Ну, у нас есть шанс. Бросьте, ребята. Если мы уйдем, то проявим неуважение к тренеру. Поздравляю с окончанием первой половины экскурсии. Следующие 4 часа мы с вами будем ездить. Мы должны убраться из этого автобуса. Ха-ха! Отлично, друг мой. Продолжай. А когда ты научишь меня крутиться на руках? О, спросишь тоже, Тайгер. К чему такая спешка? В принципе, ни к чему. Я все равно играть не буду. Но я пойду смотреть игру. Поддержать ребят. Не волнуйся, приятель. У меня есть лучшие места во всем Рио. Круто! А? Что? Они готовятся встретить Лэнги. Они знают нашу стратегию! Жуао, ты должен научить меня приему. Сейчас! Рио-де-Жанейро — это родина серфинга, футбола и самбо. Поистину, этот город можно назвать местом, в котором жизнь кипит на улице. А прямо сейчас справа вы можете наблюдать знаменитый пляж Копакабана. Я не могу поверить! Можете на секунду представить, как сами лежите на теплом белом песке, вас обдувает южный ветер, а рядом шумит океан. Ладно, запоминай. Теперь попробуй ты. О-хо-хо, ничего. 5 за старание, друг. Но, думаю, тебе еще нужно потренироваться. Эй, каким это образом связано с капуэрой? Никаким. Но спасибо за помощь. С ума сойти! Я готов. Прошу прощения, тренер, но эта экскурсия была такой... Скучной! Я и сам это знаю. И я просидел на ней еще 3 долгих часа. Есть одна проблемка, тренер. Мы не знаем, где Тайгер. О нем пока не беспокойтесь. У нас есть план игры и основной состав. Давайте вырвем эту победу. Тайгер! Помни, приятель, чтобы этот прием сработал, ты должен использовать джингу. Спасибо, но я всему научился. Выполни одну мою просьбу. Да? Передай листовку друзьям. Добро пожаловать на матч Пальмонтиери против суперстрайкеров. Бразильские футболисты в превосходной форме. А вот у суперстрайкеров недостает Тайгера. Интересно, есть ли у суперстрайкеров запасной план в отсутствии ключевого игрока? Да. Передать мяч высокому парню. К сожалению для тренера, Эдвин предвидел этот ход и перехватил мяч на подходе.
Вот и оно! Бразильцы забивают чистый гол. Суперстрайкеры остались без крутящегося тайгера и успешных передач. Надеемся, у них есть запасной план. Погоди-ка. Кажется, только что прибыл ключевой игрок. Вперед! У-ху! Что тут скажешь? Рио – удивительный город. Где ты был? Если ты не играешь на поле, не значит, что твоим товарищам не нужна поддержка. Я могу дать им больше, чем поддержку. Я могу принести им победу. То есть? Я снова могу использовать крутящиеся торнадо. Суперстрайкеры делают свою первую замену. Крутящийся тайгер выходит вместо Лэнки. Эй, погодите минутку. Если тайгер — это план А, и он выходит на поле после плана Б, то план Б — это план А, а план А — это... Дайте мне бумажку с ручкой. Тайгер принимает мяч. Что он задумал? Чего-чего, а такого мы от него точно не ожидали увидеть. Он перевернул свою коронную фишку вверх ногами. Похоже, он слишком мало тренировался. Где напор, Тайгер? Нужны быстрые контратаки. Что это с крутящимся тайгером? Ему нужна джинга. Что-что? Рад, что вы спросили. Ух ты! Теперь тайгер точно выкладывается на полную. Жаль, что прозвучал свисток. Да, мне уже не терпится увидеть, как тайгер закончит этот прием. Итак, подведем итоги первого тайма. Суперстрайкеры попробовали план А, потом план Б, потом план А плюс Б, но поняли, что план А был планом Б, а план А... У них было два одинаковых плана. Нужна еще бумага. Не пасуешь команде, не следуешь моим указаниям. На тебя это не похоже, Тайгер. Я снова могу использовать свою фишку. И, наконец-то, снова чувствую себя собой. В тебе это не самое главное, друг. Да, точно! Тогда почему меня зовут Крутящийся Тайгер? Слушай, Тайгер, однажды один парень дал мне очень хороший совет. Зря не отказывайся от возможностей. Никогда не угадаешь, чему можно обучиться. Ребята, вы правы. Но, разумеется. Похоже, я так спешил найти свою личность, что потерял ее. И вы первые, кого я должен был послушать. Начинается второй тайм, и сюрприз-сюрприз, Пальмонтьери переходят в атаку. Да, но у всех на уме сейчас один вопрос. Если план Б был планом А, то план В был планом Б. Но если у суперстрайкеров был план В, то на самом деле он был планом Д. Уверена, никто, кроме тебя, не задается этим вопросом. Мяч у Дона Альдо. Но Тайгер уже его ждет. Жди, пока соперник первым нанесет удар. И когда он потеряет бдительность... Контратакуй! Первый торнадо вверх ногами. Он начинает ускоряться. Что же дальше? Этот прием был сделан неспроста. Они защитились и сразу перешли в атаку. Он всю эту игру поставил вверх тормашками. Тайгер – прирожденный талант. Да, когда такой игрок выходит на поле, у команды все карты в руках.
Конечно, я могу дать автограф. 0, 2, 4, 5, 5, 8. Вот это жизнь. Гораздо лучше экскурсии в автобусе, верно, тренер? Не могу не согласиться. Крутящийся торнадо вверх ногами? Как вы вообще это придумали? Меня научил мастер капоэйры. Круто он там крутился! И не говори! Хотел бы и я поучиться у этого мастера. Так, так, так. Сегодня ваш счастливый день. Итак, посреди океана. Земли рядом не видать. Позади вас, Мондо Кахуна. Самая большая опасная волна на свете. Что будешь делать? Греби, пока не почувствуешь жжение в руках. А потом раз, два, три и прыжок. И после этого можешь перекусить. Прекращай, чувак. Ты мне весь кадр запорол. Для твоего фальшивого шоу о выживании. Оно не фальшивое. Это пилотный выпуск. Если я хочу снять сериал, нужно сперва заинтересовать продюсеров. Сейчас я вас заинтересую. Мясо готово. О, класс. Вот это я понимаю. Тренер пишет, к крепости направляется мощный буран. Нужно выехать раньше для тренировки в экстремальных условиях. Там наверняка будет Iron Tank. Это же рядом с крепостью. Мы направимся в самый центр бурана? Вот и прекрасно. Суперстрайкеры. Замороженный во льду. Тактический отряд. Отчет о продвижении. Бурильщики работали вдвое больше положенного. Думаю, мы найдем его с минуты на минуту. Я Найн. Вы здесь бурите уже больше 3 недель. Откуда такая уверенность? Капитан Убер, сэр. Дело в том, что по теории вероятности, чем дольше мы ищем артефакт, тем выше шанс, что мы его найдем. Что? Я его нашел! Говори яснее! Я его нашел! День первый. Мы направляемся в Альпы, и нам понадобятся все наши навыки выживания. О, да, 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 да. Например, для того, чтобы выжить на этих удобных откидных сиденьях. А? Iron Tank? Чем это они там занимаются? Приветствую, команда! Привет, профессор! Привет. Судя по моим подсчетам, приближающаяся буря будет усилена катаматическими горными ветрами, а это означает, что в течение 2 суток погода сильно ухудшится. Ну ничего, мы ведь будем в Альпах. Говорю же, условия будут слишком суровые, Эль-Матадор. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, мы ведь будем в Альпах. Погода будет ужасная. Да что? Я пытался всех утешить. Как сказал Норд Шоу, игра с Iron Tank во время сильного бурана потребует навыков выживания. И я знаю, где им можно научиться. День второй. Мы идем на место встречи с тренером. Это лучшее место, чтобы подготовиться к будущей игре. Здесь не круто. Я бы даже сказал, что крутой здесь только мороз. Жуть! В таких суровых условиях можно только представить, что будет в Альпах на выходных, когда сюда придет буран. Шейкс? Шейкс! Ты чего встал, чувак? Главное правило выживания – всегда держаться вместе. Да ладно, ладно, иду я.
Наконец-то! Почему так долго? Невероятное! Он даже больше, чем я себе все это время представлял! После такого открытия мы станем лучшими зимними футболистами. Класс, чуваки! Да, плотное! Да, так-то лучше. Новый комплект термобелья от профессора поможет вам не замерзнуть. А теперь встречайте ваших оппонентов. Деревья? Игроки Iron Tank значительно крупнее нас. Наше преимущество в скорости и ловкости. Ха-ха! Легкотня! Я просто использую свой коронный Эль-Мега-удар! Однако, из-за низкой температуры и порывистого ветра здесь довольно скользко. Так, что же делать? Вы будете играть со специальными удлиненными шипами. Давайте их уже сюда, тренер. Простите, Iron Tank, но вы задеревенеете, когда увидите, как мы играем. Уверен, мы покажем прелестное выступление. Парни! Извините, ребята, но, по всей видимости, я самую малость ошибся в своих расчетах. И похоже, что на самом деле буран начнется, ну, сейчас. Плохо дело, ребята! Есть у кого-то какие-то идеи? Скажи это. Даже не жди, брат. Давай. Ни за что. Ты ведь хочешь. Ладно, ладно, ладно. Что будешь делать? Нам нужны ветки, несколько сосновых шишек и самое главное, побольше решительности. Буран начался раньше. Отлично. Идеальные условия для работы над программой «Зимний футболист». Когда вы узнаете, что нам удалось выяснить из... сами знаете чего, увидите, что это не буран, а легкий ветерок. Но такой погоды здесь не было уже десятки лет. Возможно. Но данные, которые я собрал с... давностью в несколько тысяч лет, из ледникового периода, в день матча суперстрайкеры заледенеют от того, что мы приготовили. День третий. Нам удалось создать простое укрытие, которое защитит нас от непогоды ночью. При порывах ветра в 20 узлов низкая температура на улице ощущается гораздо сильнее. Норт? Да, Кулджо! Спасибо, что спас нас, брат. Теперь я знаю, что ты в этом профи. Да не за что. Но мы должны выбраться отсюда, если хотим, чтобы мой сериал вышел. Вряд ли это получится. Буран все еще... Джейкс! Ух ты! Джейкс, ты как? В сторонку, господа! Ты ведь это не серьезно? Ребята, там внизу застрял наш друг! И Норт единственный, кто может его вытащить! Что? Правда ведь? День
9 третий с половиной. Твой товарищ по команде провалился под лед, а у тебя только веревка. Что будешь делать? Неплохо. Ух ты! А? Но зачем Iron Tank замороженный пещерный человек? Вы это видели? Даже не верится, просто невероятно. Знаете, что случилось с прапрапрапрапрадедом Тора? Понятия не имею, о чем вы. Ну же, скорчи гримасен. Нет. Давай. Я не хочу. Это приказ. Теперь вы знаете, что означает «как две капли». Смирно. Довольно глупостей. Игра с суперстрайкерами всего через день. Мы здесь для того, чтобы... Это что? Эй, Тор! Похоже, твой прапрадед хочет нам что-то сказать. Никакой он мне не прадед, ясно? Спокойно! Спасательный отряд пришел на помощь. Посторонние! Шпионы! Взять их! Ты в пещере? С замороженным пещерным человеком? И за тобой гонится Iron Tank! Что будешь делать? Есть идеи, как от них оторваться? Да! Мондо Кахуна! Гигантская волна? Нет! Я думал, ты это выдумал! Нет, в моем шоу все взаправду, Шейкс! Раз, два, три! Прыгай! И что делать теперь? Доверяешь мне? Убер! Прием, Убер! Что отсчет? Здесь ни следа. Хорошо. Возвращайтесь в лагерь. Мы переходим ко второй фазе программы. Принято, полковник. Ну что, убедился? Вот это круто! Ух ты! Он настоящий? Весьма любопытно. Идеально сохранившийся экземпляр. Нет. Это не экземпляр, а пещерный человек. Профессор, можете что-то о нем сказать? Он жил в последнем ледниковом периоде. Когда было еще холоднее. И весьма значительно, Кулджо. В то время вся планета была покрыта плотным слоем льда. И Iron Tank изучают человека, который это пережил. Ребята, об этом не беспокойтесь. У нас есть термобелье, есть шипы. Мы готовы ко всему, что может приготовить для нас Iron Tank. Теперь мы подготовили безупречных зимних футболистов. Вот и настал день матча на зимнем стадионе «Крепость». Не знаю, как ты, Бренда, но я не чувствую холода. Iron Tank против суперстрайкеров. Кто победит в этот раз? Этот матч покажет, какая из команд лучше подготовилась к условиям.
Удивительно, но у суперстрайкеров получается играть гораздо лучше, чем у хозяев поля. Они гораздо быстрее массивных Iron Tank. Круто! Матадор будет бить поворотом. Потрясающее открытие счета. Красные хорошо держатся в таких малоприятных условиях. Малоприятных? Фу, понятия не имею, о чем ты говоришь, Бренда. Похоже, суперстрайкеры хорошо подготовились. Особые шипы. А это умно. Надеюсь, от твоего прапрапрапрадеда будет толк. Ха, ну разумеется. И никакой он мне не прадед. Не волнуйтесь. Может, сейчас суперстрайкеры и быстрее нас, но вскоре холод их сильно замедлит. Мы подошли ко второму тайму, и с каждой минуты условия ухудшаются. Да, похоже, зря ты решил не брать с собой куртку, Мак. Суперстрайкеры все меньше контролируют мяч. Iron Tank включаются в игру и уравнивают счет. Что же нас ждет дальше в этом матче, Мак? Мак? День четвертый, и все пошло не по плану. Не так я хотел закончить свою первую серию, Шейкс. Мы подготовились к холоду, но не к такому. Да, чувак, от нас ускользает инициатива. Так, может, и мы тогда немного поскользим? Мондо Кахуна? Мондо Кахуна. Что еще за Монко Кабуна? Поменьше общайтесь с профессором. Ну что, попробуем? Iron Tank попробует нарастить преимущество, чтобы забрать этот матч. Суперстрайкерам придется жарко, как и Маку. Знала, что тебе понравится. Похоже, у Шейкса какие-то проблемы. Посмотрим, смогут ли Iron Tank забить. Потрясающий сейф от Биг Бо. И он отбил мяч прямиком в ноги Норт Шоу. Шейкс поскальзывается, но, похоже, так и запланировано. Мощный удар от капитана Iron Tank. Ты скользишь по снегу, и у тебя на бутсах совсем не осталось шипов. Что будешь делать? Раз, два, три! Прыгать! Шейкс показывает что-то невероятное. Осталось обойти вратаря. Гол! О, Мак, ты отогрелся. Да, я же говорил, что я не чувствую холода. Молодец, Шейкс, красавчик! Чувак, ты смог! Да, тренер был прав. Для победы над Iron Tank нам понадобились навыки выживания. Учитывая обстоятельства, любая нехвалебная реакция кажется мне неуместной.
Видите? Ни один я его совершенно не понимаю. Я хотел сказать, что вы показали высший класс. Вы обнаружили замороженного мужика, тренировались на морозе и победили Iron Tank на их же поле. Итак, что будете делать? Вернетесь в солнечный Страйкерленд. Разожжете барбекю. И посмотрите самое крутое шоу о выживании на свете. Я Норд Шоу, и это мое шоу. Что отлично! Попрощайся со своим пра-пра-пра-пра-прадедом, Тор. Никакой он мне не пра-пра-прадед. И вообще, это была глупая затея. Да, у пещерного человека футбол играть не научишься.